Качественная недорогая ручка с AliExpress. Цена ее 80 рублей. Она у нас сделана почти вся из металла, то есть нижняя часть металл, металл, средняя часть металл, 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 металл. Внешние детали все сделаны из металла. Ручка сама по размеру у нас не очень большая, то есть она подойдет для ношения где-то в сумочке в небольшой, либо даже в кармане. Стержень обычный стоит, внутри есть пружинка. Когда вот мы выкручиваем, конечно, видно по резьбе, ну, так сказать, не очень качественную резьбу, но с другой стороны она свою функцию выполняет, ручка закрывается и ручка у нас держится в таком состоянии. Нажимается довольно мягко, никаких нареканий тут нет, очень мягко, очень хорошо. Стержень у нас выходит на хорошую длину, ни много ни мало, именно выглядит прилично, не как вот у этой ручки. Непонятно, зачем они так много сделали выход стержня. То есть ручка довольно хорошая. Самое интересное, что по отзывам на Алиэкспрессе многие ее почему-то начинают сравнивать с Паркером. Но, видимо, какие-то аналогии у людей все-таки есть, что если ручка металлическая, значит это какой-то Паркер. Но мы с вами знаем, что существуют ручки Паркер не полностью из металла, а с элементами из пластика. Стержень стоит, в принципе, хороший в ручке. Сыновья пишет хорошо, протечек не было. К покупке рекомендую. Тем более, эта ручка существует в двух цветах. Есть точно такая же, у ней некоторые элементы сделаны под золото. Дешевая, приятная ручка.